Друзья, всем доброго утра! Огромное спасибо, что зашли на наш канал. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена. Всем привет, друзья! Я новая артистка Соня. Наш канал мы Алена и Соня. Видите, вот так начинается позитивчик наше утро. Решили и вас немножечко повеселить. Друзья, мы уже, правда, позавтракали. Уже все в делах. Но я вспомнила про канал на Дзене, про вас, мои хорошие, и решила небольшой семейный влог записать. Да. Мы уже все в делах, с утра собрали огурчики. Бабушка нас отправила за помидорами. Консервации в самом разгаре. Мы с Сонечкой помогаем, как можем, бабуле тоже. Сейчас вам все покажем, расскажем. Бабушка нас учит консервировать. Стыдно сказать, но мне уже 40 с небольшим, а я до сих пор не умею закручивать банки с огурцами, помидорами. Поэтому учимся, учиться никогда не поздно. Пойдемте покажем, что у нас происходит, друзья. Бабулечка, скажи всем привет зрителям. Привет, привет всем. Дорогие зрители наши. У нас тут немножечко творческий беспорядок. Бабушка, как я и сказала, закручивает, готовит, вернее, к консервации огурчики. Так вот, банки уже. А банки ты, мам, просто моешь, да? Просто помыла, чтобы чистенькие были, и все. Соня с микрофоном помогает. Слышали подписчики твои тебя. Ты боишься, не услышат, да, как бабушка готовит? Рецепт от нашей бабули. Огурчики. Все это, конечно, хорошо бабушка вымыла. Все это. Чистые банки подготовили, хорошенечко вымыли до блеска. Огурчики самые-самые лучшие, плохие отдали курочкам. Я сегодня с утра сбегала, собрала огурцы. Бабушка их помыла, собрала зелень. Что у нас там из зелени? Хрен, укроп, чеснок, листики вишни, листики смородины. Базилик, сельдерей. Сельдерей. У нас вся зелень своя, с собственного огорода. И потом уже сейчас все подготовит бабушка, и мы будем потом заливать это все рассолом. Рассолом прохладным, да, я так понимаю? Холодным. Холодным рассолом. Какая пропорция, мам? На литр воды 2 столовые ложки соли. На литр воды 2 столовые ложки соли. Специально говорю, друзья, потому что знаю, что будут вопросы в комментариях. А я рецепта не знаю. Попалуемся. Поэтому и за это какой-то для себя. Будет у меня видеорецепт для себя, если вдруг я сама захочу попозже приготовить такие же огурчики. Ну, мало ли что. Иногда бывает, что меня на кулинарные, так сказать, изыски. Мы петь сейчас будем. Тянет, да? Бывает, Соня, у нас? Мы иногда любим приготовить что-нибудь этакое, с чего мы еще не готовили, да? Да, да, это просто все у нас кэ. Ну что, вот так у нас проходит день, друзья. Ну и в завершение видео Сонечка захотела спеть вам песенку, друзья. Дорогой медведь, это мой козлик, и ты меня найма нашел, но ты будешь со мной танцевать. Садись, мой дорогой козлик, сиди, танцуй со мной. Ну что, не будем, Сонечка, томить наших зрителей. И, надеюсь, всем очень-очень понравилось. Это была небольшая шуточка. Сонечка, Соня петь еще не умеет, но она очень хочется. Хочется ей спеть, как профессиональная певица. Надеюсь, в будущем вы увидите, как она поет и танцует, да, Соня? Угу. Что надо сказать зрителям? Хорошо настроение. Но сегодня сейчас надо стишок рассказать. Еще не только песни будут. Ну давай, стишок. Дай-ка лайк, серый хвостик. Ну, посмотри в камеру. Зрители, ты здесь, малыш.
Зайка, зайка, серый хвостик. Зайка, зайка, серый хвостик. Приходи как мышки в гости. Будет угощение, сладкое печенье. Самовар поставим. Вкусный чай заварим. Теперь уже про мышку, которая слушает. Мышка, мышка. Что не спишь? Что не спишь? Может, пришла, ты слушаешь. Крепко глазки закрывай. Сладко-сладко засыпай. Молодец, Сонечка. Давай скажем нашим зрителям, не будем затягивать видео. Хорошо, другие стишки ты расскажешь в другом видео, ну, да, моя хорошая? Стишка только. Да, всем огромное спасибо, друзья. Ждем вас в новых видео. Давай. Пока-пока. Классно.